Вот это клево. Ох, чувак врезался. Есть, приземлились. И сразу в бой. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и это заключительная 16-я часть моего прохождения игры Call of Duty Black Ops 2. Эта миссия «Судный день» происходит на Гаити 2025 года. Задание у нас — найти Рауля Менендеса. А сейчас я хочу выбрать какую-нибудь интересную винтовочку для нашей последней миссии. Я смотрю, нам дали какую-то старенькую. Даже не знаю, брать ее или нет. Как-то она мне не очень нравится, поэтому я посмотрю что-нибудь более интересное. Пистолеты, пулеметы меня мало интересуют. Хотя вот ручные пулеметы выглядят довольно соблазнительно. Возьму-ка я, наверное, самый крутой из всех. Вот этот вот. И у него даже есть раскрасочка. Раскрасим-ка его в красненький цвет. Поставим к нему какие модули. Модули. Безусловно, нам нужна рукоятка. Точность. Лазер. И что же мы еще возьмем? Давайте возьмем обычный. Хотя нет, вот, магазин увеличим. Вот это будет просто отлично. Хотя, повышение темпа стрельбы. Темп стрельбы неплох, ну ладно. Во второй слот нам дают снайперскую винтовку. Ее я менять не хочу, потому что она выглядит клево, мне нравится. Единственное, что я изменю, это поставлю к ней, да, увеличитель зума и процессор. Процессор — это меньшее смещение ствола во время прицеливания. Да, поставим и его. Отлично, теперь посмотрим из гранат, что у нас. Ну, тут у нас стандартная ми-граната и... ручная, я возьму Семтекс и обычную гранату, хотя вместо Семтекса лучше возьму шоковую, хотя ее редко применяю. В перках, вот, в перках у нас появилась интересная возможность, это сброс таймера перед тем, как мы отбрасываем гранату назад. Классная вещь, возьмем ее для последней миссии, должна пригодиться. И третьим перком мы возьмем от бедра, потому что из пулемета я буду явно стрелять часто от бедра. Ну что же, это вроде все с моим оборудованием, поэтому начнем. Мадам президент, теперь мы знаем, как Менендес все это провернул. Теперь ясно, что Менендес хотел, чтобы его схватили и доставили на Обаму, где он и нанес удар. Троянский конь. Одиссея. С помощью целлериевого устройства он заразил наши внутренние серверы вирусом, который поразил всю военную и спутниковую инфраструктуру. К сожалению, дронами все еще управляет он. Он использует спутники связи по всему миру. Какие у нас варианты? Ну, хорошие новости тоже есть. Мы отследили источник сигналов. Гаити? Аксо уже в воздухе. Приземлимся за 10 минут до времени Че. Как быстро дроны доберутся до остальных городов? При текущей скорости и траектории, примерно за 10 минут до времени Че. О, господи, а как же Китай? Мы приступаем к скоординированной атаке по Гаити. Теперь Ченю можно доверять. Он не подведет. Вот и все? Неужели конец? Госпожа президент, да поможет нам Бог. Ну что же, да поможет нам Дэвид Мейсон, ведь так? Время до цели 60 секунд. Окей, все готово. Харпер, интерфейс работает? Все в порядке. Подтверждаю. Все в порядке, сектор. Будь чист. Внимание, мы получили несколько заданий. Нейтрализовать сигнал, управляющий дронами. Уничтожить или захватить объект Рауля Менендеса. Я за уничтожение. В прошлый раз его уже брали живьем, и что? Ну что, полетаем. Время до цели 30 секунд. Черт, еле пронесло. Да, что-то их перестреливают. И нас тоже. Ну что ж, экстренно выпрыгиваем, эвакуируемся. Давайте, птички. Ну, вперед! Эх, пилотов жалко.
Что же они не катапультировались? Контролирую снижение. Ну что ж, нам нужно уклоняться от всякой ерунды, которая будет на нас лететь. Напоминает Science Roll the Surf. Правда, там это намного веселее было. Кстати, есть идея пройти ее. Ух ты! Ничего себе! Да, нам просто во взрывы нельзя попадать вот в эти. И все будет путем. Ух ты, елки! Попали немножечко. Ничего. Главное, чтобы крылышки наши веселые не сгорели. Ух, ничего не вижу, ничего не вижу. Да, прикольно. Интересно, как они приземляться будут. Парашют обычный, да? Сейчас узнаем. Вот это клево. Ох, чувак врезался. Есть. Приземлились. И сразу в бой. О, у нас пулемет с синими патрончиками. Так. Что, Китай нам помогает? Это свои. Так точно, на позиции с востока параллельно вашему маршруту. На крыше 300 зданий. Вас понял. Главная группа идет на юг. Бег по необходимости. Ух ты. Используйте клау для прикрытия. Ну, конечно. Давай, давай. Давай, собачка. Какие лазеры? На каких крышах? Уничтожить этот сраный клау! Так. Прорываемся потихонечку. Тихо, тихо, тихо. Кто по нам стреляет? А, вот кто. По своим не стрелять. Не отвлекаться. Наша задача прекратить передачу и убить Ненандеса. Ликвидировать клау. Ничего, мы успеем. Всегда успевали. Ух, это свой! Это что, это я ему так в башку, что ли, попал? Хорошо. А чё они так подходят под перекрестный огонь? Ух ты, грузовичок! Нельзя подходить под перекрестный огонь, ребята, вы не знали? Тихо, тихо, тихо. Спрячемся здесь. Медленно ходит, с пулеметом, конечно. О, тихо, спокойненько, 64 патрона еще. О, видали, даже дисплейчик есть. Хорошие пулеметы. Так, кажется, я его снял. Отлично, идем дальше. Стоять! Тихонечко, тихонечко, не спешим. Ух ты, теперь спешим, теперь спешим. Ага. Вы, гады, засели там. Так, перезарядимся и в бой. Давай, 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 давай. Погнали. Ускоряемся, ускоряемся. Кстати, что за пультик такой интересный? А, это, наверное... Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Вот это то, что... Спокойно, Харпер. Не попадайся под мои патроны. Ух ты, да ты невидимый. Так, спокойненько. Вон там так и лежат. Нафиг невидимки дурацкие. Хорошо бы прицельчик какой иметь, чтобы их видеть. Ладно, мы обходим, обходим. Как и планировали. Как и планировали, обходим. А ну-ка стоять. Идем, идем. Тихо, тихо, тихо. Короткие очереди. Залог успеха. Итак. Так, это свои. А это нет. Это тоже чужие. Да идем, мы идем. О, тут небольшой складик. Зарядимся патронами. О, да он моментально практически перезаряжает, когда подходишь к этой штуке. Че, я только сейчас раздуплил эту тему. Стоять. Погнали, погнали. Прорываемся. Главное, чтобы невидимок не было. Мне невидимки совсем не хочется встречать. Тихо, в спину.
тихонечко. Где еще? Конечно, там. Ух ты! Наверху пулемет. Так, перезарядимся. С ним надо быть аккуратен. Аккуратнее. Куда побежал? Так, где моя снайперка? Ух ты! Ух ты там! Сурово. Готов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пулемет, там пулемет. И тут пулемет? Да вы что? Подождите, это вражеский клау. Это вражеский клау. Да когда ж ты взорвешься, мразь? Никогда. Я скорее все патроны на тебя израсходую. Ну-ка, от шоковой гранатки, как тебе, хорошо будет? По-моему, ему пофигу, да? Да что ж такое, я же G нажимаю. Вот гад, взорвись. Нет, не хочет. Так, кидаем гранатку. Ну? Да что ж такое? Может, мне наплевать на него? Прям хоть иди ракетницу где-нибудь доставай. А, вот ты и готов. Все. Идем дальше. Больше никаких клау мне в спину стрелять не будет. О, наши уже захватили тем временем эту... Ух ты! Хо-хо-хо! О, фигурка клау. Как мило. Все одна. Наши что, уже наверх прорвались, я смотрю. Тихо, зачищаем. Да, вот с пулеметом отлично зачищать такие. Такие зоны. Тихо. Добиваем раненых. Сюда, вниз по лестнице. Прорываемся, парни. Ух ты, что это было? Это была какая-то... Ракетница или что это? Мы на пороге глобальной катастрофы. Пентагон, Нью-Йорк, Египет, Шанхай и Лондон будут мгновенно уничтожены дронами Менендеса. У нас нет времени. Найдите пункт управления и отрубите сигнал. Че он там трендит? По-моему, он одно и то же сказал. Я сейчас попытался, конечно... О, давай, Хаппер, через плечо его. Красавец. Практически не слышно, что они там трындят. О, вскрываем. Надеюсь, меня не убьют, пока я это делаю. О, отлично. Мы АСД перепрограммировали. Теперь бы хорошо найти того, кто стрелял по нам из ракетницы. Так, это же АСД, мы его перепрограммировали. Где он? А, вот он, внизу, малыш. Правильно, защищай нас. И мух отгоняй. Нам не сюда, конечно, нам не сюда, куда я иду. Там вниз. Так, готов. Где еще? Где еще? Отлично. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Давай, СД, помогай нам. Наш взорвали! Наш СД взорвали. Это плохо, это мне не нравится. Перезаряжаемся. Перезаряжаемся и... Отлично. Давай, давай, где ты там? Отлично, взорвали. Вперед, вперед, не стоим. Не останавливайтесь, транслятор прямо впереди. Да я и говорю, не останавливайтесь. Точный сигнал, группа 1, доложите обстановку. Установлен периметр посады здания. Группа 1, переключайтесь. Тихо, тихо. Территорию надо изолировать. Вас понял. Вас понял. Ток, 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 ток. Зашли в тыл грамотно. Отлично, здесь никого. Перезаряжаемся. Контрольная точка. И кто-то по нам уже стреляет. Да, как всегда, эти команды... Нифига себе, здесь... Дроны летают.
Да что ж такое, ненавижу. Ненавижу вас. Проклятущие дроны. Где? Ой-ой-ой. Перезаряжаемся скорей. Скорей. Прикрой меня, Харпер. Прикрой меня. Фу. Прорвались наверх. Чисто. Так, сектор, отрубите сигнал. Как скажешь. Черт. А, консоль сдохла. Что там у тебя? Можешь войти? Вот дерьмо. Рауль Менендес передает вживую через интернет. Он сейчас... Роскошь это грех. И мы должны... расплачиваться за нее. Лос-Анджелес был флагманом их абсурдного материализма. И я его уничтожил. Не пускает. Вскроешь систему? Они думали, что я хочу убить президента. Мы в жопе. Госпожа президент, я уже миллион раз мог вас убить. Правда? Я хочу, чтобы вы это видели, знали. Каково это? Дронами управляют не с Гаити. Что? Сэр, мы больше ничего не можем сделать. Мы не в силах вернуть управление дронами. 2 миллиарда людей живут в абсолютной нищете, страдая. Твою мать, он готовится к удару по Нью-Йорку. Надо его остановить! Госпожа президент. Какого хера? Вы лишились своих военных машин. Уничтожение дронов. Ваша армия... Зачем? Парализована. Вам нас не остановить. Кардис Дей. Восстань, пока они еще не поднялись с колен. Ударь! Ударь! Изо всех сил! Так, выходим. Ну что же, интересно. Вот так вот. Прям как маджахеды делали. Ну что же, оказывается, он не уничтожил эти города. Говорит группа 2. По всему комплексу проходит серия взрывов. А всего лишь уничтожил практически всю техническую мощь Америки. И теперь мы должны вырваться отсюда, пока он все к чертовой матери не взорвал. Да, Харпер, что ты там делаешь? Надо валить отсюда нафиг, пока нас всех тут не перебили. Ладно. Теперь у нас новая миссия. Займемся ей. Только стоять. Кто там, сзади, что ли? Нет. Ух ты, все трясется. Какой-то кошмар. Ладно, бежим, бежим, бежим. Ух ты. Эх, вы невидимки. Треклятые. Ух, вас сколько тут? Тихо, Харпера. Харпера стрелял. Тихо. Фух. Харпер, давай, 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 давай. Движемся, движемся, движемся. Не тормозим. Не тормозим. Так, где еще? Где еще? Блин, меня обстреливают. Граната! Граната! Уходим! Фух! Ушли. Ах ты гад. Ладно, перезарядимся и опять в бой. Давай, пулеметик, давай, вытащи нас. Погнали, Харпер. Погнали, 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 не время стоять. Ух ты, елки! Хорошо, что у меня такое скорострельное оружие. Где этот? Я же вижу, что он стреляет по мне. Нам наверх? Наверх или не наверх? Так, этого прибили. Ах ты, мразь. Сколько же вас здесь? Граната назад. Фух, Харпер, не подорвись. Погнали, погнали. Проскочили. Ух, еще один взрыв, все падает. Цепляйся, цепляйся.
Да что ж такое? Давай, держимся. Ну спрыгивай уже, чё ты? Ах ты, маленький. Давай, 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 давай. Есть. Менендеса. В ногу. Да. Тебя так просто не убьют. Я стану мучеником за Кортес Ди. Нет, Менендес. Я тебя захвачу. Если бы решал я, ты сейчас был бы с сестрой. Вперед, давай. Будешь сидеть. Так всегда делают американцы. Ведь так... Никто мне не подмогнет! Не важно, что они сделали с Бен Ладеном, да? Увидимся с тобой через год. Перечитывай Улисса и готовься. Нет. Он всего лишь грустный старик, который говорит сам с собой. Пусть болтает. Ну, конечно, он только что уничтожил всех дронов Америки, а теперь он грустный старик, который болтает сам с собой. Ох, не преувеличивайте. То есть не преуменьшивайте. Да, триумфальная победа. Конечно же, как могло быть иначе? Это целлериевый червь, друг. Та же тварь, что захватила дронов. Он вырубил электростанции по всему восточному побережью. Когда ты его остановишь? Да у меня целый год ушел на попытки его хакнуть. Лучшее, что я могу сейчас сделать, это свалить обратно в Англию. Знаете, мы пригласили сегодня на шоу Рауля Менендеса, но у него были другие планы. Какая-то там годовщина... Взять его! Какого хера? Почему свет отрубился? Охрана, пора вставать, Вудс. Ха. Ну что же, интересная концовка по этой версии. О, да, она еще не закончена. Эффектное появление. Долго добирался. Mi hermana Josefina. Да. Я давно этого ждал. Что же, он убьет его? Она выжила в огне. Ради меня. Я ее не бросил. Вы забрали ее у меня. И чему это тебя научило? Чему научило? Кордис Ди. Вот так вот.
Вот что бывает, если оставлять в живых их злодеев. А сейчас, друзья, специально для вас альтернативное решение этой довольно легкой задачки на самом деле. Ну что же, смотрим. Рауль, теперь ты не выживешь. Тебе не стать мучеником. Хотя, скорее всего, именно им ты и станешь. Я стану мучеником за Кортес Ди. Я тебя держу, брат. Переживал за тебя, приятель. В какой-то момент я подумал, что ублюдок останется в живых. Ну что же, надеюсь, эта концовка будет лучше предыдущей. Сюда. Потому что предыдущая была совсем печальной. Или они гретят это откуда? Для чего они гретят-то сюда? Причем тут они? Как они вообще тут могли оказаться? Что? Что-то вы совсем уже. Даже не гретят спасли. Вот это победа. Это видео запустится, когда меня убьют. Кордис Дей, хватит ждать и таиться. Моя смерть рассеет вездесущую тьму. Что же, да, эта концовка намного лучше предыдущей. Скорее бы я выбрал ее. А теперь тот... ясно. Он любил тебя, парень. Знаю. Тот негритенок с девочкой, наверное, точно так же, как и Рауль со своей Такова сестрой. Такова цена за то, чем мы занимаемся. Аналогия. И опять американцы виноваты. Ха. Теперь все, сержант. Хорошо. Ну что же, я, конечно же, выбираю эту концовку, она мне больше нравится. Он рад это слышать. Спокойненько ты болтаешь, сержант? Не. Они со мной говорят. We'll be right back.
Ну что ж, а теперь, конечно же, скажу несколько слов по поводу пройденной игры, мои впечатления. Поначалу, конечно, игра довольно была тягомотной, как-то мне не очень понравилось, потом раскрутилась. И даже вот эти разные варианты прохождения в сюжете, они как-то подняли игру. Мне, в общем, понравилось, но это, конечно, не тот Call of Duty, который был. Здесь больше эмоций, больше каких-то моральных выборов. Предыдущие Call of Duty были просто битвой добра со злом. А здесь уже появляются такие оттенки серого, как это говорят. Непонятно. То есть мы убили Менендеса, и в итоге стало лучше кому-то, но также стало и хуже кому-то. Потому что, как мы видим, Кордис Ди восстал, и началась война. А если мы не убиваем Рауля, тогда умирает полковник этот. То есть и Рауль-то сам, в общем-то, кончает жизнь самоубийством. То есть, в общем, даже не знаю, но мне все-таки кажется, что несмотря на то, что тут и в конце и началась эта война Кордис Ди, мне кажется, что эта концовка все же лучше. Я лично выберу ее. Вот такие вот впечатления у меня оставила эта игра. Надеюсь, вам понравилось. Комментируйте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, советуйте друзьям, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка под видео. У меня все. Всем спасибо и до следующей миссии.